Ну все, семья, забрали. Вот сын едет домой. Спасибо ребятам, друзьям моим, Станиславу Васильевичу, спасибо Андрею Сергеевичу, нашей родной полиции, который меня бережет. Помогли ребята съездить на ноль, забрать. Влад вернулся. Скажи что-нибудь. Все хорошо, жив, цел. Счастливый, радостный, еду на родину. Да. Я что-то как-то по лицу я смотрю, я больше счастлив, чем узник. Ну, в общем, все. Едем домой, слава богу. Этот этап жизни закончился. Теперь отвоевать и победить Украину и спросить за все.